Привет, как тебя зовут? Привет, я Лиля. А сколько тебе лет, Лиля? Мне 17. Ты, значит, еще учишься в школе. Да. А скажи, откуда ты родом? В какой стране ты родилась? Я из Азербайджана. Но живешь в какой стране? Да, живу в Украине. А, Лиля, на каких языках ты можешь говорить? Я могу говорить на нескольких языках, в частности, это русский, украинский, английский, мой родной язык удинский. То есть твой родной язык удинский? Да. Отлично.